Воспитанники выпускной группы «Рябинки» из детского сада «Теремка» решили напоследок порадовать родителей постановкой спектакля «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. Спектакль проходил в чудесных декорациях. Дети были одеты в прекрасные костюмы. Актеры и зрители окунулись в мир сказки. Все они поверили, что чудо может случиться, если вы в него верите. И по мановению волшебной палочки заморашка может превратиться в прекрасную принцессу. Ее обязательно полюбит и найдет настоящий принц. Добро обязательно восторжествует, а злые мачеха и ее дочери понесут заслуженное наказание. Родители и воспитатели получили огромное удовольствие от игры своих детей. Я очень довольна тем, как выступили наши дети. Можно даже сказать, их для их возраста профессионализмом, то, как они все это преподносили, как настоящие актеры. Было очень все, как в сказке, настоящее. Дети молодцы, воспитатели просто огромную работу проделали, включая с работниками. Огромное спасибо. Так держать. Кто знает, может, на сцене детского сада играли будущие артисты.